Великий шут, обаятельный сквернослов, добрый философ, как только художник себя не называл. Владимир Никольский запомнился многим как человек с большим сердцем и отменным чувством юмора. После смерти художника его друзья издали книгу в память о Никольском. На обложке знаменитый автопортрет в шутовском колпаке. Книга издана тиражом в 100 экземпляров. В нее вошли более 170 работ. Мы сравнивали то время, когда присутствовал он, и сейчас. То есть нам, как у Высоцкого есть в песне, у меня как будто ветром задуло костер. Это он и вернулся из боя. Здесь, в городском музее, представлено порядка 50 картин художника. В основном это автопортреты и натюрморты. На открытии присутствовали родные Владимира Никольского, его коллеги, близкие друзья. Многие картины у него в Америке. Многие картины у него в звездном городке у наших космонавтов. Да? У меня на сегодняшний день 85 картин. Вот из них 60, где-то, наверное, они находятся. У нас есть галерея Никольского, если кто не знает, в Москве, в центре города. Выставка в городском музее открылась в память о Никольском. В декабре прошлого года художник ушел из жизни на 68-м году после продолжительной болезни. Светлана Шумкова, Фахри Исламов, новости НТР.